A vot i nos avdelingsmessene. A vot i nos fotball. A vot i nos avdelingsmessene. A vot i Там будет смешной нос. Ну и наконец-то велосипеды всякие, стумпочки, освещение, бильярды, хоккей, футбол, и еще бассейн, дом, карта и так далее. Еще детская площадка. Ой-я. Так. Вот кактус такой огроменный. Хочу заснять. Вот они собираются играть в бильярд. Ну, вот футбол, вот хоккей, а вот бильярд. Вот детская площадка. А я сейчас засниму шахматы по-быстрому. Вот и шахматы. А вот и мой любимый бассейн. Я его очень люблю. А вот и водяные горки. Я его очень люблю. Ну, чуть-чуть видно. Подходим поселяться. А вот и похоже теннис. Все, пойдем поселяться. Все. Блин, так красиво. Да, это вообще красиво освещение. Смешные клетки. Так. Отдавай сюда планшет. Отдавай сюда планшет. Это телефон лучше видно. Я тут записан на второе пространство и сейчас переброшу на мой телефон. Вот этот вот смешной базар. Надо очень осторожно. О-оу. Нам следующий. Да. Так. Пойдем. Поселяться. Это замаскирован дом специально, чтобы не смотреть лифта. Да ноги не замерзнуть, я уже начала волноваться. Вот мусорки. Кошки бегают. Да. И мяч разноцветный не нашли. А вот и кошка. Мяч разноцветный не нашли. Давай, давай. Все. Да, это помощник кошка. Да, это помощник кошка. И сейчас посмотрим. Смешные клетки. Вот из... Осторожно. Вот, аккуратнее, аккуратнее. Это дождь. Это очень долго идти. Рекламная пауза. А вот и табличка куда. А киндер-клуб, тут есть спортзал и детская площадка. Ту сторону. Это как лабиринт, замаскированная квартира. Мне нравится Испания, Канарские острова. Это как лабиринт, замаскированная квартира. Так. Да. Ну, сейчас подходим домой и сейчас рекламная пауза.
Вот мы и дошли домой. Сейчас я сниму у табличку указатель Киндер-клуб. Вот Киндер-клуб. А там рядом спортзал. Там детская площадка, горки и качели. Вот мы добрались. Все. А сейчас покажу сюрприз. Давай. Вот стол. Так, теперь как тут включить? Сейчас. Надо придумать. О, вот и вентилятор, вот стол, вот телевизор. Так, передавайте шумы. Телевизор марки LG. Ну, оно не включается. Дома нормально, если не так. Вот микроволновка, холодильник, стиральная машина, печка, еще называется туалет, ванная, раковина. Еще есть спальня. Вот спальня, ну чуть-чуть не видно. Вот спальня, такая кровать. Там супер сейф. Код называется. Как-то надо узнать. Так, это 2012 код. И потом А. И работает. Ну, вот такая вот квартира. Мы скоро уезжаем. Все.